Пока еще ученики 11 класса репетируют вальс – неизменный танец любого выпускного. Совсем скоро им предстоит сделать шаг во взрослую жизнь. Танцевальные номера выпускники школы имени Алими Абденнановой готовят за несколько недель. Движения оттачивают до идеала. Эльвина Ситлюманова до сих пор не верит, что домашние задания, уроки и шумные перемены уже позади. Честно сказать, я очень буду скучать. Это те моменты, которые больше никогда не повторятся в жизни нашей. Все же тут прошло наше детство. Мы выросли в этой школе. Как говорится, школа – второй дом. В будущем видит себя студентка медицинской академии. Впереди выпускников ждут экзамены. Чтобы они поступили в те высшие учебные заведения, которые они планировали, и в дальнейшем, чтобы это их образование им пригодилось. Это как ученикам. Теперь как людям оставаться добрыми, честными. Школьный вальс, хайтарма, песни на родном языке. Последняя торжественная линейка останется в памяти навсегда. Прощальная школьная песня прозвучала на родном, крымско-татарском языке. Это был сегодня самый волнительный день. Мы встали с самого утра, чтобы выглядеть отлично, чтобы у ребенка было хорошее настроение, чтобы подарить настроение всем и точно так же выпускникам. 45 одиннадцатиклассников и 89 девятиклассников. Это четвертый выпуск за всю историю школы. Государственная итоговая аттестация в девятых классах уже началась, уже прошел один экзамен. Дальше движение идет до середины июня. 11 классы начинают писать ЕГЭ, единый государственный экзамен, в первых числах июня. Последние звонки прозвучали во всех школах Крыма. К поздравлениям присоединился и глава республики Сергей Аксенов. У ребят сегодня есть все возможности нашей большой стране самореализоваться. Для этого, конечно, нужна целеустремленность, вера в себя, вот, настойчивость нужна. Без этого, конечно, движения вперед не будет. Но то, что сегодня делается президентом для развития нашей страны, дает возможность всем найти себя в этой жизни. И обязательно двигаться только вперед. И здесь без знаний не справиться. Хочу пожелать всем детям в этот летний период набраться солнца, набраться отдыха, набраться сил для новых свершений, для новых этапов своей жизни, нового этапа обучения. Более 29 тысяч крымских выпускников 11 и 9 классов сегодня попрощались со школой. Впереди государственные экзамены и светлая дорога длиною в жизнь. Дауд Чахалов и Саид Лиляев, телеканал «Миллет».